Всем большой приветик! С вами Алиса и дорогая Мона, глава 34. Играть! Глава 34. Мона. Я так волновалась. Все, что я хотела, подержать на руках мою малышку. Но я знала, что что-то не так. Что-то было совсем-совсем не так. Что-то не так. Что? Что не так? Жгучая боль. Мне нужен врач. Хорошо, я позову ее. Я нажал на кнопку и позвал ее. Ты сможешь, Алиса. Малышка. Малышка будет в порядке. Скоро мы будем держать ее на руках. О, Господи, больно. Мне так жаль, что это происходит с тобой. Это все моя вина. Нет. Ладно, можешь злиться на меня сколько хочешь. Как тогда, когда... Над храпом? Нет, когда ты ездил без шлема. Никогда больше так не делай, Шон. Если сделаешь, я сама тебя убью. Обещаю. Я никогда-никогда больше так не буду. Хорошо. Я куплю нашей дочери шлем. Я не хочу, чтобы она выросла трусихой. Я тоже. Но только когда она будет достаточно взрослой. Конечно. Ах... Боль усиливается. Как-то врачи очень долго идут. Где врач? О. Хорошо, Алиса. Я проверила твои показатели. И, кажется, ребенок находится под неправильным углом. Господи! Как можно это исправить? Что я могу сделать? Нам нужно подождать 10 минут. Не волнуйся, она будет в порядке. Просто постарайся сохранять спокойствие, пока мы подготовимся. Господи, 10 минут? Что мне делать 10 минут? Я так расстроена. Я больше этого не вынесу. Держись. Понятия не имею. Темно так. Блэр, я не то чтобы не рада тебя видеть, но я немного занята. Я здесь, чтобы отвлечь тебя и помочь с отчаянием. Что ты имеешь в виду? Скажи мне что-нибудь, что я делаю, и тебя это раздражает. Серьезно? Да, скажи мне. Ладно, ты... Ну как это, то, что она увлеклась Рольфом, нас совсем не раздражает. А вот немного поверхностное, это да. Я думаю, ты немного поверхностная, когда дело касается парней. Ты ожидаешь идеала. И я не считаю, что это правильно. Ты будешь счастливее, если расслабишься. Верно? Тебе стало лучше? Вообще-то да. Я много всего держала в себе в течение этого года. Приятно выговориться. Хорошо. Я позову Макса. Ты должна ему тоже сказать. Прикольно. Ладно, давай, говори. Иногда ты все превращаешь в шутку. Я не знаю, может, это защитный механизм, но... Я думаю, что ты слишком много притворяешься. Ты слишком хорошо меня знаешь. Вау. Я ценю, что вы позволили мне выговориться. Вы самые настоящие друзья. Спасибо. И это было весело. Может, тебе следует делать это раз в год? Я имею в виду выговариваться, а не рожать. Ну вот снова он шутит. Видишь, Макс, я как раз об этом говорила.
Но спасибо, что рассмешил меня. Скажи Блэр, что я ее люблю. И тебя люблю. Спасибо вам обоим. В любое время. А теперь иди рожать. Нам нужно встречать малышку. Постараюсь. Есть еще кое-кто. Марк? Да. Хочешь увидеть его еще раз до того, как вернется врач? Я хочу увидеть Марка опять платно, вы шутите? Капец. Да нет, мне хватит болтать уже. Согласитесь, пора рожать. Нет, пока хватит. Мне очень больно. Хорошо, Алиса, Шон, вы готовы встретиться со своей дочкой? Да, черт возьми. Очень готовы, док. Я хочу встретиться с ней больше всего на свете. Какая девушка, ты сможешь? Ну что? Что вы нам скажете? А, все. Все, не будет этих криков. Она идеальна. Ты идеальна. Посмотри на нее. Ну, а мы все вместе фантазируем. Ну, могли бы добавить какую-то малышку. Она похожа на тебя. Знаю. Я надеюсь, что она похожа на тебя. Лучше бы ей не быть похожей. Почему ты так говоришь? Я дикий и бросил школу. Наверное, все вокруг надеялись, что это ребенок Марка. Нет. Все так, как должно было быть. С остальным мы разберемся позже. Она идеальна, правда? Так идеально. Мы назовем ее... Мона. Мы назовем ее Мона. Мона. Мне нравится. Мне тоже. Привет, Мона. Я твоя мама. Однажды я расскажу тебе, как ты появилась. И тогда ты будешь знать, как сильно ты любима. Ну что, друзья, свершилось. Наконец-то Мона родилась. 34 глава. Ура! Очень круто, я счастлива. Надеюсь, вы тоже. И все прошедшие главы вы найдете в плейлисте в описании под этим видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!